Меня зовут Наташа. Я покончила жизнь самоубийством 5 лет назад. Это произошло здесь, в этом заброшенном здании. Я думала, что суицид решит все мои проблемы, но нет. Сделав шаг в пропасть, я летела как птица. А потом резкая боль, темнота, я умерла. Моя смерть превратилась в колючий камень, который колет души моих родных и близких. А я вынуждена блуждать в пустоши покинутых коридоров. Вечность.